В Башкортостане за 4 года фонд грантов главы республики выделил около 1 миллиарда рублей на поддержку социальных проектов. За этот период более 1000 организаций подали свыше 3000 заявок. Об этом сообщил генеральный директор фонда Роман Низамутдинов. Республиканская грантовая помощь популярна не только среди башкирских НКО, так и из других регионов поступило 65 заявок от 48 организаций. Победителями стали 20 проектов на сумму почти 24 миллиона рублей. Большинство заявок в республике пришлись на Уфу. За 4 года поступило более 1500 обращений. Это 50% от общего числа всех заявленных проектов. По словам представителей фонда, столица региона лидирует, потому что некоммерческие инициативы популярны именно в крупных административных центрах. По числу заявок и побед также отличились Стерлитамак, Сибай и Гафурийский район. Мы занимаем лидирующие позиции на федеральном уровне, вот, и получаем максимальные суммы поддержки как от фонда президентских грантов, так же и другие виды субсидий. Создана электронная платформа, вот, некоммерческая организация абсолютно на удалении может подать заявку, находясь там, на краю Республики Башкортостан, у себя там, не знаю, на даче и так далее, спокойно составить заявку, ее отправить, вот, получить финансирование, реализовать у себя же там на территории проект и там же на этой же платформе отчитаться. Отмечу, что этот год стал особенным для грантовой поддержки некоммерческих инициатив, так как 34 организации-победители ведут работу в сфере современных технологий. Например, грантовую помощь оказали кинематографистам, разработчикам приложений, электронных переводчиков и методических пособий для детей. По данным фонда, на 1 июля текущего года в Башкортостане зарегистрировали около 6000 НКО. За первое полугодие 2023 года появилось еще 98 таких организаций.